В Москве состоялся третий этап 17-го по счету чемпионата iMall Mix. Как обычно, гонка длилась больше 3 часов. Однако в группе А интрига сохранялась до самых последних кругов. Очень была интересная и эмоциональная гонка, и держала в напряжении прямо вот реально до последних минут. Вот все расставилось по своим местам буквально на последних 3 минутах. В конечном счете победу удалось вырвать команде МК-01 из Академии картинга «Мазды». Причем позиции коллектива удачными назвать было сложно. Они стартовали от первого места, задержка была 2 минуты 39 секунд. И вот они эти 2 минуты 39 секунд отыграли, еще и накатили. Мы с тактической точки зрения очень хорошо все сделали. У нас последняя сессия вот как раз и был сделан расчет на то, что мы будем как раз там нагонять. Мы сели на достаточно хорошую машину, и поэтому у нас уже никаких особых проблем там не было. Из-за холода техника тоже преподносила сюрпризы. Чтобы добиться хороших результатов, надо было корректировать стиль вождения. Машина сегодня очень много скользила, и, естественно, скольжения были в основном связаны с тем, что не все пилоты очень хорошо умеют играться с газом, дозировать его грамотно, чтобы машина скользила меньше. Я сегодня на газ, наверное, давил слабее всех из того, что я видел, но при этом у меня машина вела себя более стабильно на трассе, и только за счет этого я и нагонялся. Одно из главных достоинств чемпионата в том, что здесь окунуться в сложный и увлекательный мир настоящих гонок может практически любой желающий. Есть те, кто только-только вступают в мир, скажем так, больших гонок. У нас есть отдельный состав наших учеников. Также есть ребята, кто ездит в кузовах. Есть те, кто катаются чисто для себя. Каждый пилот проезжает около 50 минут. Делится это на 2 смены, 2 сессии. Среди участников есть и профессиональные пилоты. И хотя опыт участия в других сериях серьезно помогает, победы здесь на миксе он совсем не гарантирует. Наверное, я здесь больше любитель, потому что я в эту трассу не вкатан, пришел без тренировок, без ничего. Здесь люди вкатаны, для них это, как для меня, жизнь, там, формулы. Для пилотов здесь жизнь – это картинг. По итогам гонки лучший результат показала команда МК-01. Два других призовых места достались командам АМГ и 1337.